что происходит, смотрю за всем, что происходит в нашей стране последние 4 года, и знаете, вот просто навеяло, что нам говорят. Говорят, заткнись, казах, уймись, казах, спрячь ярость и печаль в глазах. И как сказал наш умный царь, Штрафстана гордый государь, не смей за взятки осуждать чинуш откормленную рать. Ну, взял бедняга миллион, ведь о семье радеет он, и не во зло так понесло, трудно чинушье ремесло. Ерошками набивший рот, молчит казахов гордый рот. Завяз в кредитах, в нищете, религии чуждых красоте. Эх, замолчал казах навек, согнутый властью человек. В стране, где штраф важней людей, а депутат ценней детей. За генерала сел солдат, но тот ни в чем не виноват. Уже давно молчит народ, закрыв рукой печальный рот. В стране, где стройными рядами сыны народа своего чуть что с дубинками и газом идут угомонять его. Пока мы глотки надрываем и спорим, чей язык важней, работаем и умираем, нас не считают за людей. И оттого я ясно слышу, заткнись, казах, уймись, казах. И кровь кипит, и сердце плачет, и вся душа моя в слезах. Вот как-то так. Пишите, друзья, делайте репосты, если это того достойно. Пишите свое мнение, комментарии оставляйте. Я рада, что я все это сказала. В следующий раз нам будет еще интересней. Меня зовут Асем. Всех вам благ.